Каире расследуют обстоятельства взрыва, который прогремел недалеко от знаменитых пирамид в Гизе на популярном туристическом маршруте. Все произошло в одном из домов, где, по данным египетских спецслужб, находилась подпольная лаборатория по производству взрывчатки. Во время штурма несколько устройств детонировали. В результате погибли 10 человек, это полицейские и местные жители. Еще 15 получили ранения. Мы стояли здесь, и когда услышали взрыв, побежали к дому. Там мы видели много погибших, включая полицейских. Наверное, террористы взорвали себя, увидев, что приехала полиция. Ударной волной разнесло стену здания, обломки упали на припаркованные машины. По горячим следам удалось задержать одного из подозреваемых. По некоторым данным, он сторонник запрещенного в стране движения «Братья-мусульмане». Чтобы разгневанная толпа не совершила самосуд, мужчину пришлось вести до патрульной машины в плотном кольце вооруженного спецназа.